Спасибо. Замечательно здесь. Атмосфера просто великолепная. И сразу что-то хочется такое рассказать из каких-то воспоминаний. Вот, например, ускоренную помощь мы снимали. Мы снимали настоящие больницы. Настоящие. Нам было сложно, потому что больные тоже были настоящие пациенты. Но им было лучше. Им было веселее. И поэтому от нашего присутствия они даже выздоравливали, как мухи, в общем. Ну, и мы подглядывали, там, в наш приемный покой сидит дед, старый дед такой уже, значит, лет под 80 ему. И доктор ему говорит: ну нельзя же так много водки-то пить. Ну ваши-то годы-то. Да вы что, ну, давление поэтому у вас и подпрыгнуло, конечно. Водки-то много выпили? А? Водку топили? А? Воду пили? Пил, сынок, воду пил. А водку, а? Клянусь. Это действительно так было на самом деле. Ну, был тоже такой еще один случай. Значит, если помните, там одна из серий была, да, стриптизерша. Вокруг этого. Там она ногу ломает, даже такое. Ее везут на каталках в это время, в больнице же. Везут на каталках. Сидит приемный покой. Женщина ждет, ждет врача. Нету. Час, больше часа. Нет врача. Понимаете, и вдруг она видит врачи. Она же не знала, что идут съемки. Когда еще только начинались, да? Врачи, мужики все, медсестры-братья. И эта полураздетая, полуобнаженная девушка лежит. И они ее везут. И она на всю больницу, я не могу сказать, как она говорила: посмотрите на этих врачей, кобелей. Собрались вокруг этой проститутки, ко мне ни один не подойдет. Хоть самой раздевайся. Это было действительно на самом деле. Я не придумал ни одного слова. Наоборот, даже не досказал. Вот отсюда и все и берется. Говорит, когда доктор больному говорит: слушай, вы на удивление прекрасно выглядите. Как ваша язва? Вот так. На неделю уехала к маме. Театре, спектакль про партизан. Взяли нового монтировщика, молодого парня. Там одна такая сцена. Партизаны ползут, ползут по лесу. Вьюга, зима, мороз. Вот. Надо подползти и открыть люк раненым партизанам. Там должны немцев сыграть еще несколько человек. Артистов не хватает. Дали это монтировщику сыграть немца, фашиста, чтобы он прошел. Из одних кулис в другие ушел. Все. Надели ему фашистскую форму. Тут партизаны, когда поползут, встань здесь, закрыли, встань, жди. Понял, вот ящик тебе, ты немец, пойдешь, понял, Сим? Да. Да, все, понял? Как тебе дадут сигнал, знак, ты пошел, хорошо. И он уже вот так вот весь, как будто главную роль будет играть. Ползут партизаны, ползут. Раненые, ползут. Один туда глубже, другой здесь на мансене. Который, значит, на мансене, говорит ему, этому говорит: помоги люк открыть. Землянки люк открыть, поясняю, да. Вот. Тяжелый люк. Руки замерзли. Зима, холодно, пьюга. А тот говорит: помоги! А тот думает, что это ему сигнал, да, монтировщик. Молодой. Молодой, он ничего же не знает, да. Помоги. Я вышел на сцену фашиста. Пожалуйста. И одним пальцем открыл фанерный люк. Все. А это мне рассказали, когда выходит это, артист уже, ему суфлёр подсказывает. Он не может вспомнить, он говорит: Офелия, о нимфа. Офелия, о нимфа. Кто? 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 Что кто? Кто? Нимфа, кто? Нимфа, нимфа. Офелия. Я кто? Я. Как кто? Ты Гамлет. Как Гамлет. Поросята, а поросята? Поросята были с утра. Сейчас что, вечер, что ли? Да, с ума сойти, как же ты, блин! Певица начинающая, академический голос начинает: если б я была как птичка! Голос из зала: если б я имел ружьишко! Или выходит певец тоже, певец, значит, ну да, акапельное спеть без аккомпанемента, арию демона, выходит. Ему подсказывают: и на Тихом океане. И на Тихом океане. И на Тихом океане. Что ты мне слова? Ты мне мелодию подскажи.